заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Кузин Владимир Викторович. Сегодня, 24 июля 2013 года, на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 23 июля 2013 года номер 196 ФЗ о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона о безопасности дорожного движения, который вступает в силу 1 сентября этого года. При этом в связи с возникающими у граждан и представителей средств массовой информации вопросами, связанными с применением отдельных положений данного закона, разъясняем следующее. Часть 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает, что закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение, имеет обратную силу. То есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу. Поэтому с сегодняшнего дня вышеуказанный закон применяется с учетом примечания к статье 12.8 Кодекса и исключения из статьи 12.9 Кодекса части 1. Это означает следующее. С сегодняшнего дня факт употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянение, будет определяться с учетом возможной суммарной погрешности измерений, которая составляет 0,16 мг абсолютного этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха. Также с сегодняшнего дня водители будут привлекаться к административной ответственности в случае превышения установленной скорости движения транспортного средства более чем на 20 км в час. Соответствующие разъяснения направлены во все подразделения госавтоинспекции.